Прокуратура начала проверку на авиационном заводе. Основанием стало сообщение СМИ о конфликтной ситуации между работниками и руководством «Авиастара». Согласно публикациям, администрация предприятия издала приказ, изменивший форму оплаты труда. Работники полагают, что новая система повлечет сокращение размера зарплат. Это видео появилось в социальных сетях накануне. Специалисты агрегатно-сборочного производства приостановили свою работу и потребовали разъяснить новый порядок оплаты труда. По их мнению, после таких усовершенствований зарплата уменьшится в 2 раза. Обстоятельства конфликта теперь внимательно изучает прокуратура. Ревизоры выясняют, насколько законны действия руководства самолетостроительного завода. В рамках проведенной проверки прокуратуры района будет дана правовая оценка законности издания данного приказа. И в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Руководство завода утверждает, что ухудшения оплаты труда не будет, а реализуемые мероприятия направлены на повышение заинтересованности работников в высоких результатах труда. В официальном заявлении «Авиастар» добавляет, после встречи с руководством предприятия заводчане вернулись к работе.